Друзья, привет! Сегодня мы смотрим такую классную штуку, как Sea Bike. Если буквально перевести, это морской велосипед. Но сначала давайте посмотрим официальное видео про Sea Bike. Я вот уже достал детали для его сборки. Поставляется он вот в такой очень удобной упаковке. Вот здесь логотипчик. Вот все так аккуратно. Вообще это такая чумовая штука. Вот такой коробочки. Это чумовая штука для того, чтобы очень быстро плавать. Вот, чтобы прям круто было плавать. Скорость увеличивается очень сильно, раз в 6 что ли там, по сравнению с обычной скоростью. Вот, значит, он у нас сборный. Собирается он достаточно легко. Здесь есть инструкция, как его собрать. Так, открутите винт крепления корпуса. Это вот здесь. Мы его открутим. Так, открутили. Теперь нам нужно взять вторую часть корпуса, это вот типа поплавка, и совместить белые точки. Вот они, белые точки, совместить друг с другом. Вот они, белые точки. Вот мы совместили, закрутили вот этой штукой. Вот этим болтом закручивается, и в итоге получается уже у нас цельная такая достаточно конструкция. Тут у нас педали будут, здесь поплавок, потом там будет крепление к туловищу. Вот, выкрутите винт крепления рамы, отрегулируйте высоту сибайка по грудь. Совместите ближайший маркер. Ага. Винт крепления. То есть, ну вон где регулируем верхняя часть, там вот педали, и здесь верхняя часть. Вот эту штуку откручиваем и регулируем по грудь. Вот так это выглядит в итоге. О, примерно по грудь сделали. Так, теперь надо будет винт крепить и педали, как я понимаю. То есть вот здесь он был. Ручка крепления винта, вот эта штуковина. Вот мы ее открутили. Теперь достаем винт. Вот он. И прикручиваем. Вот. Получается клево. Вот винт. Здесь ошибиться никак не получится, потому что винт идет на конус. И перепутать никак нельзя. Так, теперь установите педали. Предварительно. Тянув кольцо фиксатора, поверните кольцо фиксатора педали. Ага. Так, тут есть своя фишка. Когда оттягивается вниз, нужно еще крутить против часовой стрелки вот сюда. И найти тот момент, когда вот это кольцо, оно провалится немножко поглубже. И тогда уже педаль может туда вставиться. Ну и финальная часть. В итоге это у нас вот такой ремень надо будет надеть на себя. И вот этим креплением. Так. Прикрепить. Вот сюда воткнуть. И он крепится к себе. Вот как тут написано, где вот. О! Крепление на пояс вставить. И все. И он будет готов. Вот такая прикольная штука.